Всем привет, друзья, мы продолжаем с вами проходить игру Mother in Abyss. И я записываю две серии подряд. Рек, ты упал. Ау, нам вообще-то сюда. Ладно, ты как хочешь. Вот, записываю две серии подряд. Вот, так как хочется пройти эту игру. Вот. Ага. Что-то за липкая штука, Рика. Рек, за тобой. Это шелковый шелкопряд. Что нам делать? Мы будем бороться. Нет, у меня есть план. Дрик, беги к тому краю. Супер, у тебя план. Стрелять. Что? Два 59, ну давай-ка. Автосейв. Тут есть кутеешка? У меня уже палец на S. Ничего не понял. Надо S нажимать часто, я так понял. Ну-ка. А, вот так! Работало! Да, мы прошли. Рика, ты в порядке? Ага, я в порядке, я в порядке. Она к этому не привыкла, поэтому могу подспорить, что ее выносливость на нуле, да, типа? Она впервые спустилась так глубоко. Мы находимся на тропе. Такое, Рэд. Ничего, похоже, наши преследователи до сих пор нас не догнали. Мы отклонились от обычного маршрута, так что даже они погнаться за нами. Они не могут. А, они ненавидят. Кроме того, поисковые отряды передвигаются группами трех человек. Так что мы должны их увидеть. В таком случае, Рика, давай исследовать. Давай сделаем небольшой перерыв. Что? Но... Ты понимаешь, что они могут нас догнать так быстро. И плюс, мне все равно нужно пописать. Может поспать? А, тогда я тоже. Эрика. Я думал о твоем заблуждении. Я думал о твоем заблуждении о смысле письма. Ты имеешь в виду то, что это наш последний экзамен? Это заблуждение? Yeah. Да, думаю, ты прав. Возможно, он мог видеть нас насквозь и раскрыть наш ночной заговор. Он мог даже знать, что я робот. Кроме того, если он взял на себя труд положить конверт в мой карман, тогда нам нужно совершить побег и показать ему... что мы справимся с задачей. Ага. О, я только что почувствовал. Ты меня, Рэк,
They're right above us. Они прямо над нами. When did they catch up to us? Когда они нас догнали? Больше не человек, мы можем как-нибудь исчезнуть. Ага. Новое я не ожидал от дочери Лизы. А я вижу, ты договорилась, ты довольно... Я вижу, ты довольно быстро. Рико, как насчет этого? Я и сам не такой потрёпанный, не так ли? Дядя Хаба? Но почему? Черный Хаба черного свистка. Он такой умелый. И даже не белый свисток. Что мне делать? Я могу позволить Рико сбежать. Одной. Но сначала... Как говорится, Рег... Ну, я не подозревал. Я имею в виду, что ты был высшим сокровищем преисподней. Эй, давай хорошенько посмотрим. Нет, дай мне тебя потрогать. Неужели даже твоя... Теперь ты не можешь сказать на первый взгляд. Глаза. А, ха-ха-ха-ха-ха. Дядя Хаба. А, извини, моя ошибка. Я сказал вам, почему я здесь. Видите ли, на самом деле я пришел не для того, чтобы вас поймать. А? Пожалуйста. Мы не против вас проводить их всю дорогу до лагеря. Мы не против вас проводить их всю дорогу до лагеря искателя. Просто помогите им добраться на второй уровень. Кроме того, это ваш последний шанс увидеть истинную форму сокровища. А, высшего сокровища преисподней. Даже белый свисток вряд ли найдет такое. Реликвия очень быстра. Но с твоей скоростью, наверное, то, что ты сможешь догнать, дядя Хаба. Хорошо, я иду. Итак, видите ли, я пришел отдать дань уважению сокровищу преисподней. А это на Тышине сказали? Я бы хотел, чтобы... Выражение твоего уважения было и этого не делал, да, типа? Кстати, поисковая группа искателей у вас... Кстати, поисковая группа искателей у вас искривленного утёса. Они должны занять некоторое время. Слава Богу. Ну что ж, я посмотрел на сокровище преисподней, так что лучше исполнить обещанное мальчиком. Я иду с тобой в лагерь искателей. Правда? Ой, было бы приятно иметь с тобой. Черный цветок, правильно, Рико? Дядя Хаба, вот что такое? Простите, я не могу этого допустить. Это ты, наверное, шутишь. А, понятно. Выпускной экзамен, да? Довольно умно с его стороны. Ну, если это так, я ничего не могу сделать. Но он действительно должен был сам прийти, чтобы посмотреть. А, но это не сработает, потому что он тогда вас поймает сразу, да? Простите, дядя Хаба, я имею в виду...
ты проделал весь этот путь и все такое. Не беспокойтесь об этом. Но так как я больше не буду сопровождать вас, должен сказать это вам, это сейчас. Это очень важно. Это лагерь искателей, куда вы направляетесь. Стражи в нем... Стражи немного странны. Ты имеешь в виду человека, который нашел запечатанный конверт моей мамы? Да. Непоколебимая властелин озим неподвижная. Белый свисток, который все еще активен. Рико, после того, как ты родилась в глубинах бед, она перенесла тебя в сосуде, отталкивающем проклятие. Она привела тебя вместе с Лизой. Белый свисток и тот самый, кто спас мне жизнь? Вау! Рика, наверное, сейчас удивлена не меньше. Но Хаббл, это не похоже на то, чем стоит слишком беспокоиться, о чем слишком стоит беспокоиться. Пожалуйста, опасайтесь белого свистка, он. Я не могу вдаваться в подробности лично, но вы можете натолкнуться на неприятности в лагере искателей. Рик, пожалуйста, будьте готовы. Я буду в порядке. Кроме того, я хотела встретить белого свистка. Я хочу спросить у нее все. Я моей маме. Вы правы. Вам будет хорошо. В конце концов, у вас есть партнер. У тебя есть партнер. Рэг, позаботься о Рике. Понял? Понял, просто оставь это мне. Так, пришла там смс-ка на телефон. Ну тогда мы отправляемся, дядя Хаббл. Хорошо, пошли. Но не мешкай, иначе я стану... белым свистком. И догоню тебя, знаешь? Хорошо. Пожалуйста, передайте тетушке... наше налу. В конце концов, мы всего лишь потерянные дети без. Рано или поздно, я знал, что это Диннос. Береги себя, Рико. Так, путешествие на четвертом, на третьем уровне. Тут немного перемешано, друзья, это. Так, ну побежали, Рэг. А, давайте, друзья, знаете что, сохранимся. Так, сохранимся. Так, нам сюда. Побежали, Джек. Вот, но посмотрим, насколько эта игра длинная. Вот. В любом случае, насколько сегодня серия получится, настолько и получится. Вот. Если сегодня пройдем сюжет, то сегодня закончим. Так, второй слой бездны. Так, это второй уровень. Мы добрались до леса искушений. Мы сделали это, Рэг. Мы сделали последний экзамен. Это так? Конечно, лидер справил. Конечно, мы справились. До меня еще не дошло, действительно ли мы ушли от... этих. Ну, вы поняли. Конечно, теперь нам нужно... Не нужно беспокоиться о том, что за нами идут.
If we descend this far, no one will come after us. Если мы спустимся так далеко, никто не придет. Because both getting here and returning home. Потому что обратно. Потому что добраться сюда и вернуться домой очень трудно. Я совершенно уверен, что это то, что сказал Шиг. Другими словами, здесь даже поисковая группа а обна что-то там преследуя себя. Мы вовсе не сбежали, так? Теперь нас преследуют все возможные существа, существующие за пределами человеческого мира. Давай поторопимся, Рэг. Они могут звать на помощь, понятно. Наша цель — лагерь искателей, расположенный в конце второго уровня. Так, перейти на второй уровень. Ну, поехали. Так, вот он, друзья, какой лес искушений. Так, я думаю, друзья, пора кушать нам нашу еду. Ну давайте демонтируем, чё? Птичье яйцо. Друзья, тут красиво, скажу вам честно. А, ты шо? Побежали, так. Рэг, что ты там говоришь, что я не думаю? Так. Перейди на второй уровень. Так, давайте мы, наверное, как-то хранимся на всякий случай. Демонтировать. Помогите. Что это было? Что случилось? Что случилось, Рэг? Слышу, откуда идет? Вон там. Кто-то зовет на помощь. Уже поздно, как бы. Things a corpse sweeper. They mimic their captured prey's cries for help. Anyway, they do that to lure more prey to their colonies, which means that person's already irredeemable. Походу он нас заметил. Oh no, they're coming! Let's run, Reg! Куда бежим? Gathering up?
How careless of me! Rico is going to be... No! Don't do it! What can I possibly do? What is this feeling? Это чувство. My body remembers. Моё тело помнит. I've done something like this before. Rico. Thank goodness. She's okay. But... Но... If that thing... Если бы эта штука попала в Рико... Рек, не думай об этом. Just what? What in the world... am I? Was I... Я потерял сознание. Рико? Рико, ты? О, Рекс, ты проснулся. Ты в порядке? Чтобы я не делал, ты не просыпался. Я в порядке. Вместо этого... Как дела? Ты в порядке? Да, спасибо, Рекс. Я слегка припоминаю, что ты спас меня. Это сумасшедший свет. Не от тобой. Верно? Да, я как бы потерял сознание в тот момент. А не себя в тот момент. Эй, значит, оно вышло из твоих рук, да? Интересно. Как мы нам это назвать? Как насчет испепелителя? Рико, я не совсем в настроении для этого. Я чуть не... поразил тебя. Если бы это случилось, я... Рек, все в порядке. Ты знаешь, будут сложные противники. Мы должны думать об этом. Мы должны думать об этом, как об огромной силе. Бороться с нашими врагами. Итак, давай тренироваться вместе и овладеть этим. Понятно. Может быть, ты не мог проснуться, потому что... сильно устал, устали от поджигания испепелителя. Там написано мусоросжигателя, но... возможно. Я должен быть очень осторожен, когда я использую это. Так, теперь приступим, что мы только добрались до леса искушения. Отправляемся в лагерь искателей. Так, ну отправляемся. Так, давайте, друзья мои-ка, еще сохраночку сделаем. На всяк случай. Да, конечно, Рек, конечно, дал жару. Так, ну, побежали. Нам сюда. Так, а там чего? А, ну нам в любом случае сюда, так что... У нас другого пути-то и нет. Так...
Ух, нихера! Убьешь. Рек помер? Да, Рек помер. Я сейчас тоже помру. Так. Что мы можем, друзья, приготовить? Во! Ты как бы ко мне не подходи, ладно? Ну, в принципе, я сохранку сделал, так что... Назад. Ты сюда не добежишь, правильно? Вот так будем давай. Все. Да, немножко не получилось так, как я хотел, но давайте попробуем. Так. Загрузиться. 3.21. Давайте отсюда загрузимся. Вот, ну почти так, как я хотел. У нас как бы есть два варианта. У нас как бы есть пойти дальше, игнорировать этих ублюдков, ну, тварей этих. Или у нас есть вариант, мою стратегию, так скажем. Ударил 2-3 раза, отбежал. Да ладно, прям сразу. Пропусти. Сейчас это немножко отойдет. Мясо жука. Давайте мы типа отвлекающий маневр сделаем. Понял? Так, ну добро, он уже не там. Все, есть, но по плану. Добро. Так, демонтировать. Эту игру надо, наверное, воспринимать как какой-то Dark Souls. Рика, устала, да? Тише, 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 тише. Нет, друзья, ну мы почти с вами справились. Почти с вами мы справились, Кайя. Следование не удалось. Так, подождем, пока эта собака сойдет. Даже мы мясо жучка кинем. Вот, и там, я думаю, мы сохраним.
Не-не-не-не-не, пустая трата времени. Так, погодите, давайте мы сохранимся быстренько. Так, вот тут. Так, очень хорошо. Ага, ага, ага. Да. Давай. Так, Рек помер. Так что давайте мы сейчас сделаем, знаете, что? Сделаем еду. Сейчас. Сейчас сделаем еду. Ну, типа. Вот эта трава восстанавливает. Так. И знаете, что мы еще сделаем? Поменяем сейчас кирку. Давай, оборудование. Все, друзья, мы с вами справились. Давайте тут сейчас мы все подсобираем. Рек, давай, как бы воскресай. Я уже, друзья, Рек, я уже всех сделал, ты вообще... Ты в курсе, что меня не спас? Ты в курсе, что ты меня не защитил, а, Рек? Ну ты осознаешь ошибку? Давай, пойдем. Железка ты такая. Так, перевернутый лес. Железка, ты в курсе, что ты меня вообще даже не спас, не сохранил, не вообще. Так, ну поехали. Хорошо. Так, давайте сохранимся. Так. А гляньте, друзья, вода течет наоборот. Рек, может, харе? Ай, давайте, наверное, сейчас сохранимся, а то Рек бесполезный. Хз, Рек реально бесполезный. А, он дамаг. Так, твердый камень. Давайте здесь пособираем.
have a bad feeling about this. What should we do? Hugo, I have a bad feeling about this. What should we do? I'm on. Я, друзья, все понятно. Рэк, ты опять застрял, ну харе. Пошли. Так, что нам? Личинку жука давайте мы Регу. Эх, зря что ему не по лбу. Видишь, Рэг, как ты меня нехорошо спас. Какой ты тут нехороший человек. Понимаешь, Рэг? Пошли, харе, ты наш. Так, спуну, друзья. Так, продолжаем. А, какие параметры? А, продолжаем. Рэг, что это такое? Да, Рэг, конечно, ты позоришь бездну. Истинное сокровище бездны, а то где... Так, Рэг, лучше помоги мне этого ёжика обойти. А, уже не надо. А наши мы сюда, друзья, поднимались, спустились. Или нам, друзья, вообще куда? А, нам сюда. Понял. Рэг, давай, помогай.
Так, ёжиков, Рек, мы ёжиков не трогаем. Забейте. Он не исправен. Если ёжиков не трогают, то и ёжики тоже не будут себя трогать. Ну, Рек сейчас помрёт. Ты лучше калибри это убей. Рэх, честно, неисправимый человек. Так, нам аж сюда. Понял. Так, нам в любом случае надо будет подниматься, да, сюда? Поднимаемся. Так, давайте мы, друзья, с вами поедим. Вот у нас тут есть очень много всего. Птичье мясо. Мы его можем, в принципе, тоже съесть. А, мы его не можем съесть, почему? Мясо. Ну а давайте тогда покормим этих. Так, я предлагаю съесть наши эти. Старики. Отлично. И кирку. Все, берем кирку, поехали. Рек, а ты уже как бы мог помочь? Так, что там, друзья, у нас по времени? 43 минуты. Вот, ну посмотрим, пройдем за это время, не пройдем. Вот. Так, ну нам все равно надо выше, но я бы хотел вот этот ресурс собрать. На самом деле, ну да ладно. Ёжиков мы, Рэк, не трогаем. Не, ну Рэк не исправим, конечно же. Так. Нам в любом случае пятна будет туда, да? Так, ну я вижу, куда нам надо, но я просто хочу, друзья, здесь собрать весь мир. Не знаю, зачем это мне надо, но вот хочу искать. Вот интересно, да, друзья, вот все равно... О, у нас перевес. Мясо с бучка.
Понятно тогда. Ну давайте туда птичек ради интереса убиваем. Камень с пушки. Пойдем. Бага на это, мой друг. Вот единственное, друзья, что мне в этой игре не нравится, это то, что Рек, здорово, обезьянка, Рек почему-то от нас стреляет. Так, это зум. Так, давайте мы что-то выкинем, друзья, что нам не надо. У нас есть зелень, хрень какая-то, маленькая сошка. Вот, у нас и так, друзья, очень большой перевес, так что давайте мы что-то выкинем с вами. То ли какую-то... Что-то нам не нужно. Ну да. Давай, сейчас спустим ярок. Вот, в любом, друзья, случае мы только сегодня доберемся, наверное, до этого лагеря, а уже в следующей серии я, наверное, 3 серии подряд запишу. Не, мы вас трогать не будем. Вот, так как у нас уже как бы 47 минут идет серия. Вот, а насколько я знаю, там диалог тоже, наверное, в порядке часа. Ой, нам придется с этими драться. Они что, одеты? Или сказал? Так, поехали. Так, путешествие по второму уровню. Так, у нас опять перевес, друзья. Что нам? Давайте выкинем кого-то или что-то. Привет. Нашу он не нужен. Ну да, а что, друзья, нам еще выбрасывать? Нам надо уменьшить этот, как бы. 4 солнечные сферы. Так, отлично. Уменьшает вес рюкзака. Газовая спора.
So this is... О, тут еще раскопка. Погоди, Рэй. Подожди. Так, птичка, ты меня не будешь как бы. Так, все равно что-то выкинули, друзья. Погодите, а мы что-то можем, друзья, с вами сделать, к примеру? Так, предметы, топор у нас есть. Все, скажем. Да, и... Так, вот наша рика, да. Мы можем вертеть. Так, хорошо, нам нужно... Вот это зачем? Доспехи. Так, ну пускай будут. Что мы еще можем сделать? Выкинуть, точнее. Веревка, веревка. Самодельная веревка. Давайте камни выкинем. Уже будет хорошо. Да. Во, все. Рэк, пойдем. Во. Все получается, мы ничего не будем. Нам бы сегодня хотя бы добраться до лагеря. Так, у нас все поменяли, да? Давайте едим оборудовать. Так, хапашку восстановили. Надо думать, куда нам дальше. Вот, ну дальше нам... По вот этому дереву, я так думаю. Ну давайте попробуем. Нет, друзья, проклятие третьего уровня нам не дает. Потратно. Что мы можем? Over there.
Так. По карте что у нас? Так, по карте нам вообще куда? Мы вообще, походу, друзья, не туда пошли. Наверное, мы можем загрузить. Так, 3:40. Так, давайте выбросим мы камни. Нет, друзья, как бы смотрите, вот по карте, если мы посмотрим по карте, то нам... Вот сюда куда-то надо. Вопрос, как нам сюда попасть? Вроде мы, друзья, правильно с вами идем, но вроде мне как бы кажется, что... Мы с вами неправильно идем. Может, надо было вот эти использовать. Не, они, наверное, сейчас взорвались. Нам предлагают вот по этому подняться. Но... Так, а это дорога назад, да? Сейчас, друзья, секунду. Так, друзья, продолжаем. Так, давайте, знаете что? Сохранимся. Рек, отстань. Так, 3:40. 4:45 там уже. И попробуем все же залезть. Не спеша, вот так вот. Подождем немножко. Нормально, полезли дальше. Опять немножко подождем. Все, нормально, полезли дальше. Чего так с самого начала я не сделал? А, ну да. Тогда грузим. Все, побежали. Теперь мы знаем, как с этим проклятием бороться. Все. Вот так. Сейчас ждем. Пока Рэк фигню страдает, мы взбираемся, так скажем, наверх.
Все, подождем еще немножко. Ну, слава богу, мы уже здесь. Так, ты будешь с нами. Вот. Ух ты ж. Что за животинка? Так, здесь давайте мы еще пособираем некоторые травки. Вот, если что, продолжим в следующей серии, так как у нас уже эта серия идет. Так, опять нам надо что-то выбросить. Выбросить, чем мы можем выбросить? Ну, сигнал. Так, ну. Давай, пойди. Чуткай меня. Так, хорошо, я тут тоже, пожалуй, сохранюсь. А, у нас еще и ограниченное количество этих шаров. Пиратели. Ладно. Вот эти на обезвредить. Я не пойму, где это все. Так, а я, пожалуй, поем. Так, вот так. О, что? Красота. Так, и вот он, друзья, уже лагерь искателей. Мы добрались до него. Уже побежали. Все, побежали. Да, вот так вот, друзья, бывает. Так, 4.02. Сохранили, слава богу.
Да, знаем, фигово. Так, давайте съедим вот это вот. Так, побежали. Так, и там еще одна такая же хрень. Тихо. Так, ну мы, в принципе, добрали. Давайте мы еще съедим. О, мы добрались до лагеря искателей, друзья. Наконец-то. Так, у нас же сохранка была. У нас сохранка была, друзья. 4.04, да. У нас сохранка была. Я тогда предлагаю на этом и закончить. Вот. Встретимся в следующей серии. Я думаю, она уже будет финальная. Вот. Или же... тоже игра до хотя бы 5-го или 4-го уровня. Посмотрим. В общем, на этом, друзья, все. Всем огромное спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.